Друзья, здравствуйте. Это Сергей Бодя. Сегодня мы находимся на поле с пшеницей зимы. Посеяли мы пшеницу прямым посевом. Осуществили посев с сеялкой СЗ-3.6 по предшественнику рапс. Это не наше поле. Вот наше поле. Больше похоже, да? На наше поле. Значит, почва была сухая, когда мы осуществляли посев. И не все семена могли заделаться в почву. Так, я переживал, где будут растительные остатки. Большой слой. Получим ли мы всходы? Как видим, мы всходы получили. Еще хочу здесь показать вам. Давайте будем смотреть вместе. Вот наши всходы. Короче, есть такой один момент. Мы засеяли 1,5 миллиона. Здесь. Видно вам, не видно. Не, 1,5 миллиона вы точно не увидите. Поэтому в зоне степи посев был 4 или 5 октября. Точно не помню. Ну, отсюда получится показать вам. Рядочки. Вот мы видим, да, листик. Один есть. Второй уже пускает пшеничка. Это хорошо. В этом году нашествие грызунов, друзья. По всему полю такие семейства. То есть, ну, вообще, то есть на гектар, в среднем по Украине говорят, на гектар 2 семьи. Но тут я уже вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тут всего лишь 40 соток. Завтра еду за биопрепаратом, который будет оказывать воздействие только на грызунов, на именно на наших полевых мышей. А на человека, на животных, на птиц не будет оказывать вредного влияния. Поэтому хотим сохранить остальных обитающих, которые нам не дают такой шкоды, как грызуны. И завтра поедем в Хлебодарскую Одесскую область. У них лаборатория, мы ждали. Были пробные партии, они давали их большим хозяйствам. А уже после проведения, ну, тех опытов и своих препаратов, они уже проверили, уже уверены, поэтому завтра мы едем тоже себе приобретаем. Не то количество, которое мы хотели, возьмем 2 этапа, потому что вы видите, да, что грызуны не дремлют, они плодятся очень быстро, поэтому завтра мы возьмем часть и вторую часть на следующей неделе. Смотрите, если даже не видно, то прям очень много их. Так, ну нам нужно посмотреть на всходы пшеницы. Вот уже и проблема, наверное, грызунов все-таки, да, мы видим уже, что происходит со всходами. Их уже грызут. Здесь, может быть, есть мышь. Здесь 100% мышь есть. Да. Неприятный сюрприз. Так, сеяли мы по диагонали, друзья. Пшеницу.
Соответственно, вот показываем. Сходы мы получили. Стрелка СЗ-36, диск со смещением. Так, глубина заделки, ну вот. Практически нет. Вот. 0,5 сантиметра. Сходы есть, сходы дружные. Блин, ну проблема с грызунами. Вот так, друзья, 1,5 миллиона. Поэтому посмотрим. Влага какая-то есть. Есть влага, где растительные остатки, все, она вот выше влага. Там, где накрыто растительными остатками, влага выше. Вот, смотрите, раздвигаю почву. Видите, мокро. Там, где нету. Пыль. Смысл понятен, в чем, да? Мы хотим сохранить влагу. Законсервировать ее, чтобы потом наша культура могла себя спокойно с помощью влаги осваивать и могла элементы питания, могла вегетировать себе активно. Так что вот такие дела, друзья. На данном поле мы получили сходы пшеницы. Дальше по плану борьба с грызунами срочно. Вот покажу. Все равно надо провести работу сейчас. Покажу вам, чем мы работаем, пока ждем биопрепарата. Если видно, так и не выглядит приманки, очень заманивает. В прошлом году мы сработали с ним, все было отлично. И там еще одно ведро. Вот такие ложечки и вперед. Перчаточки, повязочки. Ну, это по старинке носим еще с собой. Все, всем всего хорошего. Удачи, успехов.